Друзья, всем привет! Давно не виделись. Я решила записать для вас такое коротенькое сообщение, потому что сейчас посмотрела в комментарии, очень многие переживают, спрашивают, куда вы подевались, что случилось, все ли с вами в порядке. Некоторые даже спрашивают, может, уже война с Северной Кореей началась. Пожалуйста, отзовитесь, просят. И, в общем, большое вам спасибо за то, что вы переживаете. Большое спасибо всем, кто скучает по нашим влогам. На самом деле, спешу вас успокоить, у нас все замечательно, все в порядке. Просто я решила взять небольшой тайм-аут, знаете, монтировать ролики каждый день и сидеть вот сидячий образ жизни. Это очень проблемно для здоровья, и вообще я стала чувствовать в последнее время себя хуже, поэтому я решила немножко отдохнуть, заняться собой, заняться спортом слегка. И, в общем, сделать такой небольшой перерыв. Не скучайте, смотрите пока другие каналы, знакомьтесь с новыми блогерами. Я сейчас все снимаю, скоро на моем канале будет много интересных и даже познавательных каких-то роликов. Я вас всех очень люблю и обнимаю. До новых встреч!